Доброго всем времени. Небольшой гайд по решению загадки со статуями в сером гарнизоне. Для начала нам понадобится книга, которая лежит вот здесь изначально, с молитвой. В ней, собственно, указана последовательность статуи, которая нам нужна. Видно, что первой идет королева Голфри, дальше идет некая длань наследницы, потом идут серебряные близнецы Лориэль и Таргона, после чего идет Закариус и, собственно, Яниэль. Даже если вы не вникали в лор и не знаете, как эти личности выглядят, здесь же в сером гарнизоне можно найти подсказки. Я нашел две обрывок жития, где описаны серебряные близнецы. Из нее мы узнаем, что Лориэль — это ангел с мечом, а Таргона — это ангел с молотом. Следующая подсказка — обрывок проповеди. Из нее становится ясно, что королева Голфри – это женщина с мечом и щитом. Ну, собственно, этой информации нам уже достаточно для решения этой головоломки. Остальных можно вычислить просто методом исключения. Итак, первая – статуя женщина с мечом и щитом – Голфри. Вторая статуя – ангел не с мечом и не с молотом, а значит с мечом и щитом. Третья – Ланиэль – ангел с мечом. Четвертое. Таргона, ангел с молотом. Дальше. Единственный мужик, не ангел. Ну и, собственно, Яниэль, женщина с мечом. Вуаля, сезам открылся. Все, всем приятного лутания оружейной, а я с вами прощаюсь.